История конфликта, произошедшего между Китаем и Тайванем, тянется еще с 1954 года, особенно после увеличения военного контингента Китайской республики Тайвань на островах. В октябре 2021 года Пекин начал направлять в зону противовоздушной обороны Тайваня беспрецедентное количество своих боевых самолетов. Нужно отметить, что до Второй мировой войны основное влияние находилось в руках партии Гоминьдан, ну и руководителем Китая являлся, собственно говоря, Чан Кайши. Но в ходе Второй мировой войны ситуация изменилась, и главной политической силой по результатам Второй мировой войны стала Коммунистическая партия Китая. Эслокация конфликта произошла на фоне недавнего высказывания Джо Байдена. Президент США на пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой 23 мая заявил о готовности поставки военного оружия со стороны США для самозащиты Тайваня на случай вторжения. Таким образом, вот Китай до сих пор предъявляет, в принципе, требования о том, чтобы Тайвань, как неотъемлемая часть Китая, вернулась в состав Китайской Народной Республики. Отметим, что США является сторонником политики единого Китая. Чем закончится конфликт и смогут ли стороны решить проблему без сторонних вмешательств, узнаем в скором времени. Аделина Абдрахманова, Универ Ньюс.